Всем привет, мои хорошие! Пришла посылочка от Василька любимого. И вот такая посылочка с виду вроде бы небольшая, кажется, но там очень много интересных летних вещей. И мне уже не терпится ее распаковать. Девочки, я заказала себе столько образов летних, в основном там сарафанчики, тунички, халатик, пижамка, но все это такое трикотажное и все такое летнее. Заказала кое-что еще для Насти. В общем, давайте начнем. Я всю одежду заказала себе 54 размера, кроме пижамы. Пижаму заказала 56 размера, потому что я люблю, когда штанишки свободны, футболочка свободна, чтобы нигде там не облегала, просто оверсайз. Поэтому беру прям большой размер, надеюсь, так побольше взяла. Давайте распакуем, посмотрим. Вот такая футболочка. Девочки, цены буду писать где-нибудь вверху. Вот такой изумрудный цвет, зелененький. Просторная. Просторная футболочка. Это на пижамку. С таким вот принтом. Кактус называется. Полностью трикотажная. Вот это 56 размер. Вот как раз то, что я люблю, свободные. А вот штанишки. Вот они. Посмотрим их. Штанишки-пилоты. Просторные вообще. Обожаю такие. Резинка на поясе свободная. Вот как раз тоже 56 я взяла для того, чтобы резинка была посвободнее. Чтобы она нигде не давила, прям чтобы болталась. Мешочки такие люблю носить. В общем, классные, да, штанишки? Ой, мне такие прям нравятся. Сейчас жарко. К сожалению, очень жарко у нас, поэтому... Ну, чуть-чуть, вот только спадет жара, уже можно будет по дому в них даже ходить, видео снимать, и можно спать, что угодно. В общем, как домашний костюмчик, пижамка. Великолепная, просто отличная. Надо померить, да? Следующее я заказала сарафан. Вот такой цветастый. И вот это уже все пошло 54 размера. О, какой! Девочки, я специально выискиваю себе вещи на лето, чтобы они были без рукава. И вот эти вот, чтобы плечики были как можно тоньше. Ну, вот эти вот тоненькие, насколько я нашла. И вот такой яркий цветастый сарафанчик. Это трикотаж. Смотрите, с боков вот такие вот разрезики. Так, с одного. И с другого бока тоже разрез есть. Хорошая такая длина как раз для меня, то, что нужно. То, что нужно. Вот это вот вообще по дому ходить просто прекрасно, отлично. Не только по дому ходить, можно даже там на пляже, где угодно ходить. Тут и карманы есть еще. Карманчики есть. Надо одеть тоже, посмотреть. Хорошо все прошито. Вот здесь вот обшивочка идет по рукаву, по горловинке. И внизу просто вот так прошито. Все. Хорошие все швы, хорошие ткани, легкие. Трикотаж это просто вот моя любовь, моя любовь. Натуральные ткани вообще очень люблю.
Что это следующее у меня тут такое, а? Посмотрим. Сарафан. Божья коровка. Тоже такой цвет приятный. О, тоже, девочки, видите, какие плечики? Вот такие вот плечики я заказала. Просто класс. Сарафанчик для дома. Вот такой классненький. 64 тоже размер. Тут есть карманчики с двух сторон. Тоже прекрасная длина. К низу он идет как немножко расклешенный. Но это надо посмотреть, как он сидит. Как он на мне сидит. Вообще классно. Тоже вот то, что для дома. Я вообще такие вещи люблю. Люблю их менять. При том, что я снимать тоже предпочитаю вам видео в разных вещах, в разной одежде, разные расцветочки. Классно. Надо померить, надо померить. Мне нравится уже. Заказала, девочки, халатик вот такой вот на молнии. Так, посмотрим. Уже не помню модели какие. Ну так, я просто знаю точно, что я хочу. И ищу именно то, что я хочу. Так, легкий, легкий, легкий. Тоненький такой трикотаж. Приятный вообще. Рукавчик вот такой вот коротенький совсем. Как крылышко, ну как обрезано. Тоже обшитый рукавчик, обшита горловина, сарафан, халатик этот на молнии. Так, дальше здесь карманчики есть, поясок сшит с боков, и завязывать можно будет его сзади. Очень хороший, просторный халатик. Все время хочу сказать сарафанчик, потому что он такой расцветочки, как сарафанчик пойдет. Но вот халатик для дома на лето, то, что нужно. Просто великолепный. И тоже хорошая длина. Ой, отлично. Еще одна вещь прямо очень-очень нравится. Абсолютно написано состав хлопок 100%. Прям 100%. И он такой, знаете, вот как прям тоненький, приятный. Классный, классный. Вообще люблю, девочки, цветочки. Но никуда от цветочков мне не подеваться. Цветочки, божьи коровки, бабочки, лютики. Все такое люблю. Заказала, девочки, я еще такую вот себе вещицу. Такого приятного розового цвета. Это сорочка. Ну, хочу прям посмотреть. Уже не терпится мне глянуть, что за сорочку я там заказала. Так. Тоже приятная кулирочка, трикотажик такой. Хлопок 100%. Небольшое крылышко. С крылышками вот этот сарафанчик. Не сарафан. Опять сарафанчик говорю. Вот мне хочется сказать сарафанчик. Потому что для меня это по дому как сарафанчики. Вот. Тоже прекрасная такая вот сорочечка. Классно. Классно. Тоже вот так по дому шнырять ходить. Я люблю в таких вещах. Классно. Нежный такой цвет мне нравится. И здесь нарисована собачка с веночком на голове. Вот такая вот. Собачка с веночком на голове. Сорочка просторная. Тоже я одену ее, вам покажу обязательно.
Вот здесь впереди есть бантик. Может быть, он даже и не нужен. Но в любом случае, вот это вот такая вещь классная по дому ходить. Мне нравится. Все тоже хорошо обшито. Везде окантовочка есть вот розового цвета. Все в тон. И вот такие легкие крылышки. Крылышки. Класс. Люблю такие вещички. И вот еще один у меня сарафанчик такого красного цвета. Мне соседка сказала, что мне этот цвет идет. Ну, посмотрите, сами скажете. Это тоже трикотаж. Тоже без рукава, как видите. Вот то, что я как раз и люблю. Без рукава. Рукавчика нету. Везде обшито красным. По горловине, по рукавам. Пройма рукава обшита. Прямой крой. Карманчики тут есть тоже. Вот такие вот карманчики. И тоже длина хорошая. Не сильно короткая. Посмотрите. 54 размер. Класс. Ой, ну мне нравится. По крайней мере, теперь у меня есть такое разнообразие ходить по дому. Хочешь это один, хочешь что. И вам тоже видео снимать вот в таком красненьком. Будет классно. Что я себе еще заказала? Девочки, заказала носки. Думаю, посмотрю, как они выглядят уже не на картинке. Они полупрозрачные. Надо прямо сейчас открыть, посмотреть. Здесь 5 пар. Все они разных цветов. Ну, то есть, они вообще-то белые. И полосочка разного цвета. Тут она есть темная, черная, голубая, бирюзовая. Бирюзовая или голубая, розовенькая, бордовая и зеленая. И картинки разные, смотрю. Бананчики, вишенка, клубничка, еще что-то, киви. Такие вот разные картинки еще. Размер этих носков 36-41. У меня размер 41, я думаю, будут как раз. Ну и давайте одни носочки мы откроем. Вот такие вот приятные носочки, девочки. Они вот тут прозрачные сверху. Классно, прикольненько вообще. Ну, я все носки, все 5 пар оставлять себе не буду. Я себе оставлю парочку и остальные раздарю своим близким людям, подругам, родным. Классно. А еще, девочки, я заказала подарочки Насте. Тут 2 костюмчика, сиреневый и розовый. Сейчас мы их посмотрим. Так, вот такой сиреневый костюмчик. Ой, какая милота. 122 рост, 122. Я заказываю на 7 лет Насте, потому что она девочка у нас крупная. И, в общем, на 6-летку ей малые вещи. Ну, не малые, они ей уже впритык, но... Ребенок растет, поэтому беру уже 122. Симпатичный, конечно, принтик. Вот такие вот котятки миленькие. Какая милота. Трикотаж полностью. И вот такие вот шортики. С вырезом, с выемкой вот такой вот по бокам. Внизу окантовочка.
резиночка. Вот летом как раз в таких вот костюмчиках и бегать. Можно в садик ходить, можно гулять во дворе. И вот такой вот розовый костюмчик. Ой, какой он модный. Ой-ой-ой, какой модный. Просто класс. А вот это уже, наверное, на выход можно одевать. Смотрите. Тоже 7 лет, 122 размер. Костюмчики детские. Бонита. Это вот эта фирма очень хорошая, классная. Шьет вещи, они расцветочки, ткани. Вообще пошив хороший. Вот этот принтик такой классный. Вообще, эта резиночка, ну, я смотрю, что она такая вот, как произвольно висящая. А что же у нас штанишки? Ой, штанишки тоже какие классные. Это бриджики. Видите, сбоку вот такая вот полосочка сшита. Немножко она вот так вот висит. Ну, это так модно. И вот с такими бриджиками вот такую вот футболочку. Просто великолепно. Даже можно и на выход куда-то пойти. Классно. Костюмчик я вам покажу вам поближе. А Настя его оденет уже, когда ко мне придет. Но это будет уже во влоге, увидите, девочки. Заказала я себе, девочки, две вот такие наволочки. У меня есть такая простынь на резинке, вот такого точно рисунка цвета. И к этой простыне я заказала вот такого же расцветки две наволочки 50 на 70. Это сатин. Вот теперь у меня есть комплект. Простынь и две наволочки. Классно. Приятная ткань, такая гладкая-гладкая. Вообще мне нравится. Я рада, что мне эти наволочки повстречались там. И вот именно вот этой расцветки как раз я и задумывала. И что задумала, то и у меня и появилось. И еще, девочки, заказала я два полотенчика себе для рук. Они одинаковые, только отличаются цветом. Так, какой тут размер? Размер я уже забыла. 40 на 70 размер, катон 100%. Цвет жареный орех, а этот цвет аквамарин. Это Туркменистан, 430 грамм на метр квадратный. Ну, откроем, посмотрим. Обычно я люблю такие розовенькие, светленькие, но вот в последнее время стала я брать такие вот как бы не темный цвет, но и не очень светлый, потому что полотенце для рук, чтобы оно было такого среднего цвета. И второе откроем. Вот. Что я хочу сказать, вот эти вот полотенца Туркменистан, они имеют вот такой рисунок, да, и Узбекистан тоже, как бы такая конфигурация вот по этим краям. Отличается набивка. Здесь набивка более покрупнее вот эта махра, и они как бы поплотнее. Тут для рук вот я предпочитаю вот такое полотенце, чтобы они просто много в себя воды вбирали. Хорошенький цвет, да, аквамарин, приятный цвет, мне нравится. Все, отлично, у меня новые полотенчики две появились.
Все, очень здорово, класс. Девочки, я довольна всем заказом. Весь общий заказ мне очень понравился. Ссылочку на любимый Василек я оставлю в описании. Заходите по ссылочке, смотрите, выбирайте. Девочки, очень много классных вещей, очень много новинок. Таких вот я выбираю вещи под свой возраст и обычной длины, ну, как бы такой по длине. Но очень много молодежных вещей, очень много детских вещей для мужчин. И постельное белье, полотенце. Большой выбор есть. И недорогие цены, что мне больше всего нравится. У меня гардероб в основном, даже из домашней одежды, в основном состоит из вот любимого Василька, ивановский текстиль, хлопок, трикотаж. Вот эти вещи, они просто великолепные натуральные ткани. Заходите по ссылочке, выбирайте себе, обязательно что-нибудь вы выберете, вам что-нибудь понравится. Ну, а я на этом хочу видео свое закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч, девочки, пишите комментарии, кому что понравилось обязательно. Всем пока-пока!